Здравствуйте, вас приветствует любимая компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию люстры от торговой марки «Эгло». Это производство Австрии. Вы можете посмотреть данные люстры у нас в интернет-магазине или же в нашем выставочном стенде. Давайте более подробнее рассмотрим одну из моделей торговой марки «Эгло». Компания «Электромотор». В данном видеоролике представляем люстру торговой марки «Эгло». Здесь представлена у нас моделька 49716. Это коллекция «Мелила». Она идет в серебряном цвете. Основание плафончика у нас металлическое. В таком вот интересном сделано она обрамление. Она идет, выбиты на ней рисунки. И такая вот как сеточка получается, через нее передается свет от лампы, которая внутри. Лампу мы рекомендуем устанавливать не простую, а какую-то более-менее винтажную, интересную, чтобы передать всю игру света и стилистики данной люстры. Люстра у нас идет подвесная на цепи, крепится она к потолку на такой вот есть чаша сверху, которая закрывает крепеж. Цепь у нас, длина цепи регулируется. Провод, как мы видим, он идет, тоже сделан под стиль люстры, его незаметно. Поэтому вы можете корректировать длину, высоту. И что касаемо лампы, лампа идет у нас здесь соколь Е27, максимальная мощность лампочки 60 Вт. Для того, чтобы купить люстру «Эгло», вам нужно позвонить в компанию «Электромотор» или сделать заказ по кнопочке «Купить» в нашем интернет-магазине. Также не забывайте, что покупая люстру «Эгло», неважно, одну единицу или же несколько, вы гарантированно получите скидку. Зависимость и размер скидки зависит от того, какое количество люстр вы будете покупать. Так как «Эгло» выпускает не одну, а сериями, может быть бра, люстра, подвесной потолочный светильник, настольные бра, торшеры. Покупая всю серию комплектом, вы получаете дополнительную скидочку. Поэтому звоните в нашу компанию. Мы с радостью подберем вам любую люстру. И не забывайте, что это официальная люстра торговой марки «Эгло» производства Австрии с официальной гарантией. Телефон для покупок 044-530-38. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».